Всем салам, с вами ТТМ, и сегодня я буду играть в SkyWars на сервере CubeCraft. Но вы не забудьте подписаться и поставить лайк, чтобы пускай больше похожего контента, и на колокольчик не забудьте нажать. Ну а мы, ребят, начинаем! Ну, сейчас у нас начнется первая катка, наверное, будет разминочной. Вот. Я еще, ребят, не судите строго мою игру, так как, ну, на этом сервере CubeCraft не очень хорошая, так сказать, PvP-система, я бы сказал. Поэтому я, возможно, буду PvP-шиться не прям суперски. Так, что вот. У меня что-то баг какой-то с сундуком, что он с первого раза не открывается. Еще вот сам сервер подлагивает немного. Но это редко. Так. Ой-ой-ой, какая хорошая броня мне выпала. Меч, естественно, не очень, но броня прям хорошо. Даже центр мне не придется прям сильно лутать. Ой-ой-ой, чё у чего пинг такой высокий? Слушайте, мне как бы и лучше. Меня еще как-то тпхнуло. Непонятно как. И зачем. Ну ладно. Так, идем сюда, идем сюда. Так, тут что-то пока никого нет. Ага, нет, вот вижу. Идет человечек. Сейчас мы его, наверное, убьем. Так, он что-то куда-то убегает. Может быть, в спину его. Или нет. Ага, он что-то не хочет со мной пупы. Так, не, ну давай-ка ты не будешь выпендриваться и давай-ка ПВП. Потому что я пока не хочу центр лутать, мне кажется, это будет опасно. Ты что делаешь? Какую-то эмоцию вырубает, что ты? Какое-то странное. Так. В принципе, не надо было, конечно, за ним постоянно бегать сейчас. У меня другого варианта и нету, в принципе. Все, я его убил. Ах ты! Где он? Так, давайте не будем пока на него идти. Так. Да ты говно. Так, ну вот, ребят, сейчас у нас будет вторая катка. Первую я мог бы затащить, конечно, но я что-то пошел с этим челиком в PvP, хотя у меня было неполное хп вроде бы. Я точно не помню. Так бы, если бы оно, наверное, было полное, я бы его слил. Ну, затупил немного, потому что я не слишком часто на этом сервере играю в SkyWars. Так, кавы. На всякий случай, если тут кто-то на меня как-нибудь да нападет. Карта довольно не очень, конечно, попалась, но пойдет. Так, я вижу, уже челика идет. А он алмазник какой-то. Он упал. Так. А тут мы берем вот это. И вот это. И делаем вот так вот. А, так. Берем гэпу. Наверное, к этому челику не пойдем, потому что это довольно рискованно. У него довольно еще неплохая броня. Залагал сервер, вообще кайф. Так, идем. Я немного буду вот так останавливаться, чтобы если кто меня луком не скинул. Потому что у меня часто такое довольно бывает. Никого просто на центре нету. Это очень хорошо. Многообещающее и все такое. Хотя нет, тут идет уже челик какой-то, читер, походу. Потому что он как-то подозрительно строится. У него, походу, нет оружия. А, нет, есть. Есть и довольно хорошее. Ну, мы его жестко закомбили. Ну, это, конечно, понятно. Хотя жалко, у него были неплохие такие штаны. Так. Делаем вот так, жрем на всякий случай одно яблоко, чтобы если кто-то пришел, чтобы мы ему не подсосали. Так, вот еще, ой-ой-ой-ой-ой, что-то ко мне со всех сторон идут, это очень плохо. Вон там челик есть, сейчас придет, наверное, ко мне. Но вещи тут прям плохие такие довольно. Ну, блин, я не знаю, и с той стороны идет, и этот, наверное, ко мне пойдет.
Хотя, возможно, я к нему даже пойду. Как по мне, это будет более логично. Лучше я к нему пойду, чем он ко мне. К тому же он сейчас утает сундук. Так. Что-то он далеко откидывает. Ну, это было какое-то странное в PvP даже. Как это ему странно вообще. Так, что у него было? А, так. Золотые яблоки. Кайф. Это очень полезная фигня. Прям вообще не зря кит с яблоками беру вообще. Это прям полезно. Ну, это, походу, победная катка будет, я не знаю. Что-то людей прям маловато осталось. Я вижу там еще одного челика. К нему, конечно, опасно ходить. Он мой еще соседом был. Но, в принципе, была не была. Не было, да? Так. Ага, он еще сейчас устроится, вообще кайф. Так. Если он меня не увидит, будет вообще хорошо. И да, он меня не увидел. Все, изи кака, походу, сейчас будет. Осталось только троих людей убить. Я только не знаю, я где-то вон там челика видел. Прям такого жесткого. Вот он, да-да-да, я его увидел. Так, что там у нас по эффекту? Так, я уже сначала... Нифига, он алмазник. Хотя я как бы тоже алмазник, но я не до конца алмазник. А вот он прям... Какой-то, не знаю, опасный. Так, давай. Ну, идем. Нет, у нас почти одинаковая броня, по сути. А, нет, у него только ботинки еще железные зачарованы. И вон там еще челик есть. Я его видел. Давай же ты, ну ё-моё. Рожай быстрее, спрыгивай давай. Я даже отойду, я хочу, наверное, честно, не знаю, PvP. Ну, это, конечно, фиговая сейчас идея у тебя будет. Блин, может быть, ему как-то помочь? Тебе помочь блоки поставить? Челик. Ой-ой-ой, на шифте жестко строится. На-на-на-на-на. Я тебя простроил. А, понятно. Он, походу, не хочет PvP, он, походу, тупой лучник. Ну, давай я даже отойду специально. Потому что мне как раз надо сейчас блоки. Ой-ой-ой, бежит. А, ну теперь понял, чего меня боялся, он что-то какой-то изи был. Так, и я там еще последний чела вижу, походу это победная катка. Так, мы у него забираем вот это, у него что намечено, 8. Ой-ой-ой, не, ну слушайте, у него прям был шанс мне его победить, у него прям на 8 урона, еще и броня была немножко лучше. Такое нормальное, ему повезло. О, дополнительное время нам дали. Так, это железник просто, но он может мне сейчас скинуть. Поэтому я буду потихонечку строиться. Ага, он сундук утает. Так. Походу победная. Походу это победная. Немного закомбили. Главное, чтобы он меня не скинул. И да, ребят, это победная и 5 киллов. Ну вот такой, ребят, получился ролик. Одна победная катка и одна проигрышная. Но победная прям мне понравилась. С вами был ТТМ. Всем удачи, всем пока.